Меня зовут Алексей, мне 15 лет. Алексей – активный и общительный парень. Он легко находит общий язык с ребятами и взрослыми. Алёша – постоянный участник праздников и спектаклей. В детском доме Алёша всегда в гуще событий. Например, он участвует вместе с ребятами в конкурсе «Лучшие новогодние игрушки из бумаги» в технике кусудами. Репетирует роль в новогоднем спектакле. Я учусь в 9 классе, мои любимые уроки – ОБЖ, физкультура, НВП. На физре мы занимаемся, подтягиваемся, бегаем. Мне очень нравится. Алексей с готовностью занимается облагораживанием территории детского дома. Ухаживает за комнатными цветами. Как все ребята, Алёша любит компьютерные игры и в свободное время увлеченно состязается с друзьями. А еще он находит в интернете нужный материал для докладов и рефератов, узнает что-то новое и полезное. В будущем я хочу поступить в военное училище. Там хорошая дисциплина, и там сделают из меня настоящего мужчину. А еще Лёше нравится байдарочный спорт. Вместе с ребятами и воспитателем на летних каникулах он всегда отправляется в байдарочный поход. Привозит оттуда массу положительных эмоций и впечатлений. Впереди у Алексея много открытий и успехов. И ему нужна заботливая семья, родители, которые научат его достигать поставленных целей.